Друзья, приветствую всех на канале Артемон Лайф. Сейчас у нас ночь, 3:20 ночи. Я нахожусь в аэропорту города Берлина, Берлин-Бранденбург. И мы сегодня всей семьей вылетаем в направлении нашего отдыха, в направлении Египта, город Хургада, где мы будем отдыхать неделю. И вылет очень ранний, поэтому мы приехали ночью сюда в аэропорт последним поездом, и здесь ждем теперь где-то приблизительно 3 часа до начала регистрации. Надо ждать, регистрация приблизительно в 4 начнется, наверное, и 6:55 вылет из Берлина через Стамбул. У нас очень интересный путь будет в Стамбуле. Мы, значит, будем делать длинную пересадку для того, чтобы, так как сегодня 24-й, рождественский ужин отметить в Стамбуле, а уже само Рождество отметить на Красном море, в Хургаде. То есть так у нас запланировано. Сегодня мы, получается, прибываем в Стамбул в обед, а завтра ночью в 0:15 мы вылетаем в Хургаду, и ночью 25-го уже будем в Хургаде на Красном море отдыхать, отмечать Рождество. Ну что, друзья, вы видите, что за мной находится Айя София. За мной находится голубая мечеть. Вот она там. Это означает то, что я сейчас нахожусь уже в центре города Стамбула. У нас здесь большая пересадка, как я и говорил. Мы решили здесь остановиться, прогуляться немножечко по Стамбулу. И уже потом, дальше, сегодня вечером летим в Хургаду. Египет. В Стамбуле погода классная, где-то, наверное, градусов плюс 15, либо плюс 16. Но ветерок прохладный, поэтому такая вот куртка еще присутствует. Все. Сейчас идем, как и запланировано было, ужин у нас в ресторане рождественский, а потом отправка дальше в наше путешествие, в наш отпуск. Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим Рождеством, рождественским вечером. Я сейчас нахожусь в городе Стамбул, в аэропорту, и чуть позже отправляюсь в город Хургада, Египет. Я нахожусь сейчас в отпуске, кто не знал, и буду в новом году снова на своем месте в городе Апольда. А сейчас поздравляю вас всех с Рождеством, с наступающим Рождеством. Большое-большое спасибо всем за поздравления и всем всего только лучшего в этот рождественский праздник, и всем благ. Ну что, друзья, вот я нахожусь я теперь в Египте, в отеле. И вчера мы прилетели сюда поздно ночью. Сейчас я был в том заведении, это завтрак там проходит, и где позавтракали мы. И будем уже сегодня смотреть, что здесь и как в отеле, так как, прилетев сюда в 4 часа ночи или приехав сюда в 4 часа ночи, естественно, мы легли все спать, так как были уставшие после дороги. Наше путешествие до отеля официально закончилось. Теперь начинается отдых в отеле. И я покажу, как выглядит отель. И покажу, что вообще здесь будет происходить. Смотрим мои новые видео. Подписываемся на канал Артемон Лайф. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. И до побачення.